Всем привет! Мы приехали в магазинчик Хара, наш любимый. Покажу все, что здесь есть, что меня сейчас окружает. Это я уже показывала. Но днем не всегда получается снять. Обычно мы вечерами здесь. Что интересно, вот эта гора. Харайцкая церковь. Дежурный магазин. Да. Это что я показываю? Это паром. Не знаю, попробую увеличить. Нет. Плохо, наверное, будет видно. Вот как расширяются, убирают гору, роют там, роют, копают. Местность, вроде Хансвика называется. Все ближайшие окрестности уже мы объездили, уже даже не знаем, куда заехать, честно говоря. Горы заснеженные. У нас снег уже растаял. Именно в этой местности тоже, в принципе, растаял. До этого мы проезжали, снега очень-очень много. Это буквально в километрах, ну, более 10 от нас. Это молодой, да, молодой месяц. Я даже помню, как меня научили. Если буков КД, это латышский вариант. Значит, старый месяц. Если подставить палочку и будет буковка В или русская В, вариант новый месяц. Там немножко побольше есть приговорочек. Вот столько снега уже здесь. А у нас дождь был. Поэтому все растаяло. Вчера еще снег лежал. Все в огонечках. Практически все заснежены. Такие домики. Красивые домики. Их очень плохо. Высоковато. Да, ну такие скалы. Корабль. Корабль какой-то, да? А, это судоремонтный? Судоремонтный. С этой стороны мы еще не проезжали. Мы ездили с противоположной стороны. Так это все как-то выглядит. Скала, скал. Люди гуляют. Динамо бежит. Динамо бежит. Пешие прогулки. Много гуляет людей. И дорога вниз. Недалеко им как.
какое-то местечко дымное. Мы уже, ну, почти въехали к нему. Ну, это все поселочки. Мы сейчас находимся на противоположной стороне от города Ульстенвик. Такая гора. Магазин. Наверное, не работает с парнем. Ну, 26-е сегодня, наверное, если работает какой-то один дежурный магазин. Букашки, самые настоящие букашки. Вот, и все в снегу. Запорожье, все горы. Уже начинает немного темнеть. Темнеет быстро. Конечно. Да. Не знаю. Вот мы на перепутье, не знаем, куда дальше ехать. Дымно. Да, мы были это дымно указать. Тоже очень красивый вид. И мы вниз катимся. С горочки. А кто-то с горочки спустился. Наверное, миленький идет. Ноги на стёрка, она с ума меня сведёт. Как-то так. Да, вот эта местность, где практически всё время лежит снег. Подъехали опять к пляжу, что недалеко от дома. Немного погуляем сейчас, подышим воздухом и домой. На этом я закончу свое видео. Вам немножко послушать шум и волны. Вот такой сегодня фьорд. Цвет опять такой серо-бирюзовый, не бирюзовый, серо-бирюзовый, что мне показывают. Да. На этом пока. Всем удачи!